друзья, с вами как всегда Робзи, и добро пожаловать в новый режим под названием «Симулятор вкуса в Роблоксе». Но я бы лично назвал его «Симулятор конфет», потому что у нас в руке есть огромная красная конфета, которую мы постоянно грызем и зарабатываем за это маленькие конфеты, либо сладости, продаем, зарабатываем все деньги, и нужно все это дело улучшать. Итак, какие у нас есть новые конфеты? За 350 коинов следующая конфета? Нифига себе, у меня таких денег пока нет, окей. Есть рюкзаки, это у нас типа ДНК, есть трейлы, что дают трейлы, я пока без понятия. Надеюсь, они крутые, и здесь есть, конечно же, донатик. Друзья, если вы хотите, чтобы я прямо сейчас начал донатить, нужно сейчас опуститься под видосик, нажать на красную кнопку подписаться, как вот эта конфета, сделать ее серенькой, поставить лайк и колокольчик за 3 секунды. Готовы? Раз, два, три. Успел? Спасибо тебе большое, а мы начинаем, и я сразу же доначу. Так, как я и обещал, друзья. Итак, можно купить себе деньги. 50 тысяч за 450 робоксов. Это я покупать не буду. Можно купить себе коины, можно купить себе гемы. Но я куплю себе, допустим, есть випочка. Есть у нас какие-то инстант открывания яиц. Дальше двойные конфеты. Неплохо. Плюс 4 питомца. Значит, здесь есть питомцы. Это уже круто. Тройные яйца. В общем, все как обычно. Меня интересует прямо сейчас випочка. Я ее покупаю за 350 робоксов. Вот на старте. На старте, чтобы себя немножко разогнать. Итак, идем в магазин и берем то, что я должен получить. Это вот такая золотая. Подожди. 349, 24 конфеты. Я уже купил ее. Я же уже купил. Подожди. А по силе она какая? По силе она... О, нифига себе, она сильнее, чем все здесь конфеты вместе взятые. Стоп, подожди, я купил. Возможно, нужно, чтобы прошло какое-то время. Есть здесь какой-то рюкзак. Так, питомцы, мои питомцы. А где мои питомцы, можно сказать мне? А, питомец за 1500 робоксов единорожка. Нет, спасибо. Я не собираюсь покупать единорога. Я хочу себе випочку. Вот, она у меня, по идее, заработала. Конфету я себе должен взять. Так, выходим, мы нажимаем вот это. И у меня она есть? Золотая. Где моя золотая конфета? Здравствуйте, подождите. Где мой, получается, VIP? Я могу... Я не могу купить! Ты, написано, уже купил. Я очень сильно не люблю то, что когда ты донатишь, и тебе нужно перезайти, чтобы все у тебя сработало. Стоп, я уже одел это все дело? Да, у меня все одето. У меня есть 1000 вместимости. У меня есть какой-то трейл, надеюсь, есть. VIP-трейл, он у меня уже одет. Сколько мне дает, я без понятия. А, нифига себе! Нифига себе, я зарабатываю по 24 конфеты. Окей, у меня есть теперь больше возможностей. Я пошел покупать себе питомцев. Я буду кушать конфетки. Стоп, подожди, здесь есть реберсты? Здесь есть реберсты? Я их почему-то сразу не увидел. Нужно 2000 коинов на первый реберст. Тогда попадем с вами вот в эту локацию. И 5 реберстов, чтобы попасть в какую-то Ice Cream Island. Окей, я понял. Я понял, мне нужно, получается, купить питомцев. Мне нужно открыть локации. Здесь вода нам по колено. Здесь есть питомцы за 1000. Здесь питомец за 900 робоксов. Супер героически, да ну тебя в баню. Вот, я куплю себе питомца за 250. Купил, что мне выпадает? Что-то интересное или что-то фигня какая выпадет? И выпадает мне бани. Бани это... А, 30%, неплохо. Что дает нам бани? Плюс 6 денег и плюс 6 конфет. А нафига я донатил, серьезно? Офигеть, я сейчас кушаю. Неплохо. Мне это очень нравится. Я иду продавать. Смотрите, у меня есть сейчас 1000 конфет будет. Я забиваю полностью себе рюкзак. Продаю, получаю себе плюс... Плюс 1000, как ни странно. То есть мне нужно сделать сейчас срочно реберст. Реберст, чтобы я попал в следующую локацию. Поэтому я сейчас не буду ничего больше покупать. Я сейчас набираю 2000 конфет. Я делаю себе реберст. Надеюсь, что реберст мне удвоит мои статистики. Я смогу быстрее сделать 3, 4, 5 реберст. Потому что последняя локация, а их у нас всего лишь 2. Кстати, мы, получается, с вами сможем сегодня пройти реально игру за одну серию. Если это выйдет, реально это просто отдельный лайкусик. Нет, я не хочу купить себе трипл ик. Я хочу заработать себе 2000 монет, чтобы сделать себе сразу же реберстик. Прям вот на старте. Бум, следующий стоит у нас 4000. Я кушаю сейчас по... Подожди, у меня все слетело. Капитасити. Я одеваю свою капитасити на 1000. Я одеваю свою конфетку за донат. Я ее одеваю, спасибо, я ее одел. И я должен одеть свой трейл, который у меня тоже за донат. Ну-ка, погоди. Так, у меня теперь желтая конфета. Трейл мне виповский, я себе его одеваю, все. Поскольку я сейчас зарабатываю? Поскольку я кушаю... Подожди. Также по 24 конфеты? А, по 30. А, подожди, по 30 почему? Потому что у меня с вами... У нас с вами что? Правильно, у нас с вами есть питомец. И того, что мне нужно. Мне нужно купить себе питомцев по 1000. Сейчас срочно... Или сходить вот сюда. Вот, мы пойдем с вами в новую локацию. Здесь я ем поскольку...
По столько же, мне кажется. А сколько я денег зарабатываю? Нифига себе! Здесь больше продаж... здесь больше продажа. Либо, подожди, что дает реберс? Реберс, ты все теряешь, открываются локации, ты получаешь больше коинов и конфет. Я понял. Сколько здесь монетки дается? Фигня дается. Смотрите, у меня получается сейчас... А сколько здесь питомец стоит? Здесь питомец стоит 2150. Почему не 2000? Почему 2150? Как-то не странно округлили. Итого, мы сейчас с вами набираем конфеты. Смотри, набираем 1000. Набираем тысяченочку. Давай, 840, 870, 900. Полный рюкзак. И я хочу посмотреть, сколько я получаю денег. Я получаю, нифига себе, x3. Итого у меня получается 4700 есть денег. Ну-ка, здесь есть у нас быстрый бег? Потому что я бегаю просто как раненая какая-то волынка. Так, подожди, дабл, скорости бега здесь у нас нет. 2500 здесь стоит конфета, 2500 здесь стоит питомец. А этот питомец Magical стоит у нас... Я не вижу сколько, ладно, неважно, я его могу купить? Могу. Чувак закрыл своими питомцами. Серьезно? Ладно, у нас хватило на какого-то фокса. А, он стоит 3000. 150 робоксов? Нет. Спасибо большое. Плюс 48. Нифига себе, я сейчас очень быстро заработаю. Я сейчас верну себе намного быстрее то, что я потратил. Офигеть, по плюс 48. Блин, мне сколько там питомцы стоят? Я просто их не вижу. Так, мы набрали с вами нового питомца за 3000. Значит, получается, питомцы примерно 3 косаря стоят. Нужно сейчас 6000, чтобы я купил себе новых петов. Мне нужно 2. Сколько я могу одевать себе питомцев? Непонятно, здесь не написано сколько, но я думаю, что в таких подобных играх можно одевать по 4 примерно питомца. Что означает, мне нужно сейчас 3 питомца, то есть мне нужно 9000, и 9000 у меня уже есть, я пошел покупать себе петов. Я пошел покупать себе петов, после этого я буду покупать себе рюкзаки, новые конфеты. Пока что, вот, 3050, да, у нас все хватает. Покупаем себе 3 питомца из этого яйца. Одеваем их, и после этого делаем реберсты. Я уже реберсты смогу делать очень быстро. В этой локации, видели, как делаются реберсты? Просто мы за одну серию проходим игру. Так, мне выпадает какой-то Кити, Шмити. Еще одно яйцо открываем. Денег у меня, по идее, больше не должно быть. Легендарный радужный волк выпал мне. Офигенно, просто офигенно. Так, Рейнбоу Кити одеваем. Рейнбоу Вульф одеваем. И еще... А, больше не могу. Бани мы, до свидания, бани. Я вместо тебя одену еще одного Кити. Итак, сколько дает волк? По 63. Итак, я один раз кусаю. Офигеть. Офигеть, я просто забил себе рюкзак. Вы видали? Офигеть, я забил себе рюкзак. Продаю. У меня есть 3000 монет. Я быстро набираю себе 4000. Делаю себе полностью реберс. Мне нужно теперь 6000. А что мне нужно сделать? Мне нужно сходить в магазин, что ли? Стой, подожди, поскольку я сейчас получаю? А, у меня полный рюкзак. Блин. Вот ненавижу, когда нужно возвращаться в прошлую локацию, чтобы себе взять то, что у меня было. Ладно. Идем в магазин. Одеваем себе то, что у меня было, допустим, виповская штукенция. Я не знаю, мы одеваем с вами конфету виповскую. Почему она слетает? Я же купил, блин. Зачем мне постоянно нужно одевать одно и то же? Так, я одел. Вот, эквипед. Это я одел. Трейл я тоже должен, по идее, был одеть. Я не знаю, одел, не одел. Виповский, все, я теперь одел. Начинаем кусать. Продаем. Ну да, здесь получается слабая продажа. Здесь реально слабая продажа. Но пока я дойду до той локации, я быстрее продам вот здесь вот. Я реально быстрее сейчас нафармлю 6000, пока буду бегать до той локации. Мне нужно всего лишь 5 реберстов сделать, это максимально быстро. Я кусаю по 247 конфет за один укус. То есть, смотрите, 4700, 4900, продаем 5400 и 5900. Все, 6000 есть, делаем следующий реберс. Получается, мы с вами уже сделали 3 реберса, следующий стоит 8000. Здесь мы берем с вами капитасити, вот это вот, одеваем. Возвращаемся, берем себе конфетку. Конфетку, говорю, берем. Конфетку, которая у нас вот эта. Она у нас уже одета, что ли? Нет, не одета. Я пошел в ту локацию. Я пошел в шоколадную локацию. Мне нужно всего лишь 2 реберса, чтобы пойти до этой локации. И, в принципе, пройдем игру. Реально она быстро проходится. Просто жесть. Так, давайте, я начинаю кусать конфеты. Продаю, зарабатываю 3000, кусаю дальше конфеты, у меня есть 5000, кусаю конфеты дальше, и у меня есть уже 7600, а мне нужно всего лишь 9000 или 8. Я делаю четвертый ребес и снова возвращаюсь обратно. О, как меня это утомляет, когда тебе нужно просто вот ходить туда-сюда, переодевать свои всякие штуковины, одеваю вместимость, выходим отсюда, одеваем с вами конфету, одеваем с вами, которая у нас стоит 349 робоксов. Да, конечно, это тупо чти за донат. Реально, чти за донат.
Я сделаю 5 реберстов, больше я делать не буду, потому что не вижу в этом никакого смысла. Нам нужно, главное, 5 до последней локации. Надеюсь, там больше локаций не будет. Продаем, получаем 3000, а мне нужно сколько там? 12 было, 12 тысяч. Так, питомцы мне не нужны сейчас. А, 10 тысяч всего лишь, окей, я понял. У нас уже 6 тысяч. Я с одного укуса, смотри, 7500. Деньги просто сыпятся. Сколько у меня там денег, я не вижу, правда. Скорее всего, 10 тысяч уже есть. У меня 11 тысяч. Делаю последний реберст. Все, покупаю. Фух, у меня есть 5 реберстов. Для меня открыта уже новая локация. Я последний раз одеваю сегодня вот этот рюкзак свой виповский. Вот его я, да, одеваю. Что мы делаем? Мы отходим в сторонку, нажимаем конфеты, одеваем себе конфеточку. Вот это вот, отходим в сторонку и одеваем себе трейл, который я заслужил, который я купил. Единственное, что я хочу себе, наверное, купить себе новый рюкзак, потому что мой всего лишь на 1000 вместимости, а мне нужно... Подожди. Сколько? Да не, короче, в баню. Мы сейчас с вами заработаем быстрее в другой локации. За один укус я также получаю 247, больше не могу получить. Здесь еще награды каких-то есть. Собери конфеты, собери коины, собери... Открой одно яйцо. Так, вот она локация. Ice Cream Island. Оу, как здесь все ярко. Офигеть. Чего? Яйцо супергероя? А сколько здесь я получу за продажу? Смотри, 1000 конфет я продаю и получаю 5000. 5 косарей. 5 косарей. 5 косарей получаю за одну продажу. Уже 14. Я пошел фармиться. Просто смотрите, что я делаю. Я кусаю, продаю. Я пошел покупать себе. 45 тысяч стоит вот это яйцо. Значит, мне нужно больше вместимости. Мне надо либо лучше конфета, либо больше вместимости. Но лучше, чем моя конфета, мне кажется, уже просто не существует. Сколько мне нужно денег набрать? Нужно проверить. У меня сейчас есть около 30 тысяч, 37. Я пошел вот сюдашеньки. Итак, давайте сначала посмотрим. Самая крутая конфета. Моя конфета дает 24. Здесь 22. То есть нет смысла покупать. Окей, значит, мне нужна вместимость. Вместимость самая дорогая, стоит 10 миллионов. Я куплю себе за 35 тысяч на 5500. Это уже лучше, чем то, что у меня было. Я зарабатываю себе больше. Теперь нужно покупать себе новые яйца. Пока я дойду до новой локации, я себе сейчас нафармлю денег. Куплю новые яйца в той локации. Так, смотри, у меня сейчас... 3000 конфет я продаю за 19 тысяч. Просто вы посмотри. Просто посмотри. Так, Rainbow X стоит 45к. Это яйцо у нас. Танос яйцо 1 миллиард стоит. 1 миллиард стоит Танос яйцо. Вы сбрендили? Как мне заработать такие деньги? Скажите, пожалуйста, как мне заработать такое огромное количество денег, когда у меня рюкзак просто не позволяет покупать? Может быть, я знаю, не вижу магазина какого-то секретного? Здесь у нас 80 тысяч яйцо стоит, а здесь у нас 50 тысяч. Окей, я пока что коплю на яйца по 45 тысяч. Мне они нужны больше всего. Больше всего я хочу купить себе Танос яйцо реально за миллиард. Просто за лярд. Слушай, а как мне нафармить столько денег? Давайте я себе куплю яйца за 45 тысяч. Возможно, здесь они просто миллионы дают конфет сразу. Посмотрим. Легендарная поросятка у меня сразу выпала. Хорошо, хорошо, за 45 косарей. Да, самая редкая, 30%, значит, я захожу сюда, снимаю Rainbow Kitty. Сколько дает поросенок? Плюс 236! Вы серьезно? Я понял. То есть моя задача просто стоять вот так вот фармиться? Вот так вот фармиться, то есть все? Это все, что нужно делать? Я понял. Я фармлюсь. Мы сейчас заработаем еще больше. Я за один укус делаю примерно сколько? Примерно 500 конфет за один укус. У меня уже есть 84 тысячи. А мне нужно на 2 яйца всего лишь 90. Я пошел покупать себе еще пару питомцев. А можно ли как-то купить много? Если я очень быстро нажму на Ешку. Выпала мышка. 85 от тысяч осталось. Быстро вот сюда на Е-Е-Е. Я нажал раз 20 только что. Автокликером. А мне выпадет только один питомец. Правильно? Правильно. Так. Rainbow Mouse. Я куплю себе еще одного питомца. Блин, я быстрее фармлю, чем трачу деньги. Мне нужно 4 питомца из этого яйца. Что выпало? Еще одна. Еще одна легендарная свинья мне выпала. Так, я одел 4 новых питомца и проверяем свой фарм. Офигеть! Просто жесть! Вы это видите? Вы это видите? У меня просто деньги теперь будут миллионами. А мне нужно, получается, насобирать на яйцо Таноса всего лишь 1 миллиард. 990 и лям. Так, у меня получается ляма, у кого-то есть 140 миллионов, у чувака жесть. 140 миллионов, где ты их набрал? Сколько ты здесь фармишься? 1 миллиард, могу я купить? Я могу купить, серьезно, а сколько? Она, чего? 980 тысяч? 987? Вы серьезно? О, я все понял, мы покупаем здесь
Здесь яйцо всего лишь стоит не миллиард. У меня сейчас 942 тысячи. Смотри, сколько потратилось. Воу, я уже Таноса поймал. Офигеть, оно просто там меньше 100 тысяч стоит. Зачем я парился? Зачем я парился? У меня снова легендарный Танос. Я сейчас сделаю себе не то, что легендарного. Я себе сделаю сейчас престижного, легендарного Таноса. Кто это был? Здесь сколько питомцев видов? Здесь 3 или 4, подожди. Deathstroke. Здесь у нас сейчас должно быть 3 питомца. Да, Танос 20%. У нас 2 Таноса выпало. Еще 3 Таноса нужно, чтобы выпало. Deathstroke у нас сыпятся просто как из ведра, как говорится. Блин, а слушайте, оказалось, нет. Зачем я фармил все это время себе на одних питомцев? На других питомцев? Если здесь можно было просто подойти и купить питомца за 20 тысяч. Либо за сколько? 80 тысяч. Вы серьезно? Зачем мне так... Зачем так обманывать людей? Вы офигели, что ли, разработчики? Вы реально офигевшие. Слушайте, это жесть. Я хочу себе 4 Таноса. Я хочу себе 4 просто Таноса сейчас купить. У меня дедстроуки падают, нафиг они нужны. Я хочу себе, во-первых, яйцо Таноса много раз открыть и выбить 4. Да хватит мне этого дедстроука. Серьезно, мне еще осталось рюкзак максимальный купить. Просто жесть. Это яйцо не стоит 1 миллиарда. В общем, ребят, на этом я буду сокращать серию и какие-то моменты вырежу. В общем, чтобы вы понимали, это яйцо стоит не миллиард, а меньше, чем 100 тысяч. Я сейчас точно скажу, сколько стоит. Смотрите, 312, я покупаю одно яйцо, и у меня после 312 тысяч остается сколько? 267. То есть оно стоит примерно 50 тысяч, всего лишь 50 тысяч яйцо, на котором написано, что оно стоит миллиард. Вот это вот обманщики, это просто жесть. Кидалы, обманщики, фу-фу-фу, такими быть. Блин, мне этих дестроков выпало просто миллион. Но у меня еще есть, вот, еще один Танос выпал. Это, если не ошибаюсь, третий Танос. И последний, давайте, у нас выпадает этот. У меня еще деньги остались. У меня еще деньги остались, просто пипец. У меня осталось 42 тысячи коинов. И выпадает мне снова дестрок. Я больше не могу открыть, нужно купить деньги. Да фигушки вам, фигушки вам. Смотрите, у меня офигенные питомцы, но они уже... Ни в какую не годятся. Здесь самый крутой у меня был, смотрите, престижный легендарный дракон. Вот этот вот, подожди, я его только что снял. Осталось снять вот этот вот. 960, этот давал 1104. Итак, смотрим. Веном дает 660, неапгрейдженный. Апгрейдженный веном дает нам сколько? 1320. Дестрок дает 780. Апгрейдженный дестрок дает нам, я не знаю, сколько, сейчас я его апгрейджу, посмотрю. 1560, Танос 948. Три Таноса у нас есть. Офигеть, три Таноса. Я пошел, знаете, что сделать? Я сейчас себе одену, во-первых, два дедстрока. Вот этих вот апгрейдженных уже. И одену себе парочку Таносов. Просто для красоты, потому что Танос реально офигенен. Как он выглядит? Офигеть, какой прикольный. Ну, естественно, то, что я забиваю рюкзак себе с одного укуса, это и ежу понятно. То есть здесь 100% понятно, что я просто сейчас фармлю как бешеный. Мне рюкзак нужно намного больше, потому что я фармлю больше, чем то, что у меня есть возможность вмещать в себя. Давайте я сейчас пойду посмотрю, почему у нас рюкзаки. Жесть, пипец, они так накосячили с игрой. Самый крутой трейл стоит 3 миллиона, я понял. Capitacity. Хотя, какой смысл в капитасте, если уже прошел игру 10 миллионов на... Вот, кстати, это офигенный капитасте, но нужно на него тратиться. Нужно на него тратиться, а я не хочу, ребят. Я, в принципе, прошел игру полностью. Осталось буквально здесь, не знаю, 2 минуты попрыгать, попродавать, зарабатывать 10 миллионов. Я не хочу, для меня реально игра пройдена. По факту. Рассказываю. Заходите. Фармите, делайте быстро 5 реберстов, собираете 50 тысяч денег и покупаете себе яйцо Таноса. Все, игра пройдена за 5 минут. На этом я заканчиваю серию. Не забудьте влепить лайк, поставить колокольчик, нажать кнопочку подписаться. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова!